Всем привет, с вами СтивПро, и сегодня будем проходить карту под названием Пила в Майнкрафте Pocket Edition. Ну что ж, после установки данной карты мы появляемся вот в таком, можно сказать, месте. Ну, история наша проста. Нас украли и поместили в этой комнате, и нам позволяют пройти эти испытания. Но нам говорят, что эти испытания мы проходим не первый раз. Ну, то есть мы не первые испытатели этой, как бы, карты или этих испытаний, но нам здесь еще дают вещи, с которых куча яблок и куча брони. Ну, как видите, броня на мне уже одета. Ну, поэтому мы отправляемся на прохождение этой карты. Так, ну, это, пожалуй, самое мое нелюбимое, потому что здесь очень легко подхватить лаву и легко загореться. Так, сложность у меня выключена, но здесь мы можем приближаться. А здесь уже придется присесть. Так, или давайте попробуем пройти от третьего лица. Так, чуть-чуть. Ой, слава богу. Чуть-чуть оставалось зато для того, чтобы мы подожглись. Ну ладно, нет, все-таки давайте так пройдем. Так будет легче проходить карту. Так, аккуратненько. И, кстати, если кто-то говорит, что я не собираю сундуки, сундуки не собираю, потому что эту карту я уже проходил другого разработчика. Карта тоже была пила. Но, возможно, эта карта была от него. И каждый сундук был пустым, да. Не знаю, мне кажется, здесь сундуки тоже пустые. И, смотрите, у двери есть уже рычаг. Сейчас вы это увидите. Я это увидел уже издалека. Так. И вот, смотрите, вот наш рычаг. Поэтому я не знаю, зачем нужны сундуки. Так, ну, это уже пахнет паркуром, да? Лавовый паркур. Пока получается аккуратно. Так. Фух. Прыгаем. Слава богу, все нормально. Ну, здесь мы присядем и пойдем. И теперь прыгаем. Ой, ну, как всегда. Я обязательно потону в лаве. Но сейчас мы отгоримся, и все будет нормально. Да, я понимаю, огонь мешает смотреть карту, но зато вы можете сами пройти эту карту заново, скачав ее в описании. Так. И еще остается маленько. Так. Ну, мы почему-то еще не тушимся, я не знаю. Очень долго идет эффект горения. Вот, все, мы потушились, ну, теперь давайте прыгаем. Дальше. Так, вот здесь можно было накрест, но сейчас попробуем так. Все. Пока все идет идеально, без всяких там, так сказать, ошибок. Ну, была ошибка вначале, но как же без ошибок, по идее-то? Так, теперь так. И мы уже близки к концу карты. Ну, или к концу миссии. Я не знаю, сколько там будет миссий. Ну, короче, я опять сгорелся. Сгорелся еще раз. Ну, и что ж, давайте пройдем по-быстренькому этот еще мини-паркур. Тоже состоит из лавы. Но я не люблю такой паркур. Лучше он был бы, как бы сказать, если ты упадешь, то ты умрешь. Чем так долго гореть? Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, а также ждите вторую часть.